Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел с вами поделиться небольшим таким видео. То есть бывают, возникают такие трудности у многих пользователей, которые подключаются к данной платформе, вот Кинопоиск, то есть связанных с телевизорами, также с другими гаджетами. Ну, в основном на телевизорах, да, возникает вопрос управления подпиской. То есть, если мы входим с устройства на телефоне, либо на телевизоре, то есть там нет такой функции, где найти управление подпиской, отключиться, либо подключиться и так далее. То есть первый способ такой: на компьютере вам необходимо открыть сайт кинопоиск.ру, здесь войти в свою учетную запись, которую вы вошли на телевизоре, либо на телефоне, да? После этого нажимаете, наводите на вот этот значок аккаунта своего, нажимаете управление подпиской. Открывается автоматически страница Яндекс Плюс, то есть ваша учетная запись на Кинопоиске привязана к нашему сайту, к сайту Яндекс Плюс. И как видим, здесь уже можно отменить либо приостановить вашу подписку. Но также есть еще другой вариант, если вы, у вас, скажем так, нету доступа к данному сайту, либо по какой-то причине вы его не можете открыть на телефоне, либо где-то еще, есть другой способ. Прям переходите на страницу Яндекса, здесь нажимаете на свой аккаунт, то есть нажимаете на кнопочку и добавить пользователя. Нажимаем, извиняюсь, немного подглюкивает интернет. Сейчас немного прогрузится. Так, вот у нас пошла загрузка. Выходит у вас окно входа, и здесь можно войти с помощью какой-нибудь учетной записи. Я вот входил с помощью учетной записи Mail.ru. Ну, вы можете воспользоваться любой другой, которой у вас есть доступ, либо где вы уже зарегистрированы. Также Google, Facebook и так далее, другие. Сейчас некоторое время ждем. Интернет оставляет желать лучшего. Также хочу заметить, мы можем пользоваться данной платформой Кинопоиск в любой, можно сказать, точке мира. То есть, где у вас есть доступ к интернету, да? Неважно, где вы находитесь, Казахстан, Россия или любой другой стране. Итак, некоторое время ждем. Вот, я вошел в свой аккаунт. Здесь я нажимаю на кнопочку аккаунта, картинку, да, и переходим в настройки. Так, извиняюсь, не настройки. Так, сделаем назад, нажимаем на кругляшок и вот нажимаем на плюс, где написана надпись у нас «Плюс активен», да? И нас, можно сказать, также само перебрасывает на такую же страницу, как у нас была открыта вот эта, да? То есть вот у нас написано «Плюс активен», нажимаем на кнопочку «Управлять». Некоторое время ждем. То есть вот так у нас работает интернет. Ну вот, пожалуйста, страница недоступна. Но ничего, сейчас мы ее перезагрузим. Надеемся, что все будет нормально.
Возможно, конечно, еще может все зависеть не только от интернета, но и также от качества наших сайтов. Ну вот, как мы можем видеть, у нас странички открываются одинаковые. Давайте обновим страницу, что-то, конечно, долго. Ну вот, можно сказать, открылась. Не можно сказать, а открылась та же самая страница. Здесь можно, в принципе, нажать «Приостановить подписку», либо «Отменить подписку». Вот и все. Так вы сможете работать и управлять на данном сайте Кинопоиск своей подпиской. Ну, на этом, в принципе, все. Кому помог, ставим лайк, подписываемся. Ну, а я с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока.